Опа, смотрите, нападение червяков. О, вот это сколько опыта, ребята. Интересно. О, ничего себе, вы это видели? Он скушал меня. Ничего себе, вот это армия, ребята. Огромнейшая армия из змеек. Всем привет, ребят, с вами Слит, и сегодня мы будем играть с вами в новенькую, хайповую ИО-игрушку, которая называется Swarm.io. Это у нас игрушка в стиле Слизарио, Вормакс ИО, Вармейт ИО, какие там еще были. Короче, это просто суперская игра, ребята. Я надеюсь, она вам понравится, потому что здесь просто нереальная графика. Давайте поставим кучу лайков вот этой игре, потому что она очень крутая. И вот эти ребята попали сегодня в видео. Если ты тоже хочешь попасть в видео, просто пиши много комментариев. А мы давайте уже сейчас зайдем, но перед началом, видите, я тут уже поимел себе аккаунт, и мы можем выбрать теперь скин свой, смотрите-ка. Давайте выберем вначале скин, вон, видите, какие тут змейки вообще крутые, ну точнее червяки, здесь у нас черви везде. Я думаю, что вы догадываетесь, какой я цвет выберу, но главное сейчас его найти, давайте посмотрим. Тут у нас куча этих скалопендеры, по-моему, их называют. Так, ничего себе, тут смотрите, даже есть колючие какие-то змеи, вот это да, вот это очень крутой шипастый скин, давайте мы его выберем. И мы появляемся вот таким вот червячком, ребята, да. Здесь графика просто офигенная. Мы можем собирать вот эти вот шарики колючие тоже, или какие-то ДНК, или эссенции, я не знаю, что это такое, но мы это будем собирать. О, осторожно, что это? Кто это такой? Смотрите-ка, это какие-то жуки здесь. Давайте мы его скушаем, отлично, скушали второго жука, опа. Вот таким образом мы можем просто развивать нашу змейку, неплохо. Игрушка очень похожа на Слизарио, Вормаксо, вот, но здесь, видите, графика намного лучше. И еще мы можем что делать? А, мы можем кусать всех, смотрите, на правую кнопку мыши. Так, еще удалять экран, отлично, просто супер. О, мы бонус нашли, ребята, бонус, ура, ничего себе. Сейчас мы быстро вырастем. Так, давайте-ка посмотрим, кто тут у нас есть. А, мне бы еще найти других змеек. Так, давайте ускоряемся, ускоряемся. О, мы нашли змейку, ребята, давайте-ка мы скушаем их. Отлично! Мы погибли, я не знаю. Ребят, я пытался скушать, но не получилось почему-то. Я не понимаю пока, как здесь нужно убивать других змеек. Ну ничего, сейчас мы, я думаю, разберемся. Так, давайте пока будем просто собирать этих жуков. Кстати, когда я собираю этих жуков, смотрите, у меня вырастает броня какая-то. Интересно, что произойдет, если я соберу всех жуков? Я полностью стану бронированным червяком, что ли? Я пока даже не знаю, но давайте посмотрим. Так, иди сюда. Отлично. Мне совсем чуть-чуть осталось собрать. И мы, ребята, уже полностью бронированы. Что это такое? Ух ты, ничего себе. Так, привет. Я понял. Нужно, как и в других играх, просто, видимо, врезаться. Ну, наоборот, не врезаться. Ну ладно, ладно. Я думал, что здесь нужно просто кусать всех змеек. Оказывается, нет. Сейчас мы пробуем его подрезать. Опа! И мы оба умерли. Блин, зачем я это сделал? Надо было его аккуратно подрезать. Так. Ух ты, что это такое? Ничего себе. Смотрите, мы бота вырастили. Вот это да. Кто это такой? Кто это такой, ребята? Офигеть, это мой друг, это мой помощник, он тоже собирает, смотрите, ДНК. Круть, просто круть. Мы таким образом можем выращивать армию. О, смотрите, какой-то чувак подошел. И еще я не понимаю, зачем нужно кусать всех на правую кнопку мыши. Так, это что у нас, третья получится? Офигеть, у нас уже три червяка. Три маленьких червяка, да уж. Вот бы их сейчас всех вырастить, было бы круто. Но, по идее, мы так собираем больше очков. Я думаю, что мы не будем ускоряться так часто. Вон, смотрите, какой-то чувак подошел снова. Офигеть, ничего себе. Иди сюда. Опа, и мы, ребята, его слили. Ура, ура, наконец-то мы скушали червяка какого-то другого. Так, ну это, в принципе, неплохо. Смотрите, какой я уже большой стал. Так, давайте-ка мы еще подберем жуков этих. Отлично, сколько у меня очков уже? 74 очка у меня. В топе на первом месте чувак, у него 588 очков, уже 600. Да уж, вот это да, ребята. Вот это у меня червяк. Огромный, огроменный червяк колючий. Сюда бы еще какие-то прикольные места бы добавили, потайные, было бы вообще круто. Так, ну неплохо, неплохо. У нас большой, прибольшущий червяк. Огромный, просто огромных размеров червяк. Я думаю, что нам сейчас стоит куда-то пойти ближе к центру. Мне кажется, нам пора осваивать центр. Я думаю, что там что-то прикольное будет на центре. Так, а это у нас что такое? Ого, вы это видели? У меня прям много брони выросло. Я пока не понимаю, зачем здесь нужна броня, но пускай будет. Пускай будет броня у нас. У меня такое чувство. Вон, смотрите, видите, подбирается. Не смог укусить меня, я просто взял и врезался в меня. Вот так ему и нужно. Так, привет, жучки, привет, жучки. Так, кушаем жучков. Да, вот это у меня червяк, огроменный, просто огроменный червяк. Вы посмотрите на его размеры. Так, мы идем уже на центр, смотрите, здесь как-то светлеет уже. Интересно, что здесь у нас такое интересное? Так, у нас тут червяк какой-то большой зеленый. Офигеть, офигеть, ребята.
Мне кажется, что мы его можем укусить. Но я не буду рисковать пока что. Просто не буду рисковать сейчас. Так, осторожно. Еще одного червяка вырастили. Замечательно, просто супер. Я надеюсь, он меня не будет кусать. Ничего себе, смотрите. Мы уже выращиваем огромную, огромнейшую армию. Вот это да. Еще сейчас, смотрите, вырастим. Уже 4 червяка у меня будет. Это мои дети. Червяки-дети. Опа, смотрите. Нападение, нападение. Нападение червяков. О, вот это сколько опыта, ребята. Быстрее собираем опыт. Блин, о нет, о нет, о нет. Главное, чтобы меня тут не подбили другие червяки. Так, осторожно, осторожно. Сейчас бы его в плен забрать, но я думаю, это будет сложно сделать. Да, это будет очень сложно сделать. Я когда ускоряюсь... О, быстрее опыт собираем. И да, ребята, офигеть, что происходит. Вот это да. Мы взяли в кого-то в плен. Мы взяли плен маленького червяка зеленого. Да, сейчас мы смотрите, как мы с ним разберемся. Вот так вот. Вот так ему и нужно. Все, супер. А на каком я месте уже? У меня 126 очков. Пока что я еще даже в топ не вошел. Офигеть. Оказывается, тут есть червяки больше меня. Интересно. О, ничего себе вы это видели. Он скушал меня. Он обрезал меня и скушал. Вот это да, ребята. Здесь так можно, оказывается, делать. Давайте-ка мы тоже так сделаем. Ну-ка, опа. У меня не получилось. У меня не получилось так сделать. Видимо, я не отреагировал хорошо. А, мы стали другим червяком. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Еще раз пробуем. Не, не получилось, ребята. Снова не получилось. Я понял. А эти червяки нужны для дополнительных жизней. Я понял, ребята. Мы их выращиваем все это время как детей. Так. Мы укусили, но видите, опять погибли. Короче, здесь нужно кусать немножко раньше. Раньше нужно кусать, потому что, видите, я не успеваю просто. Так, давайте подберем еще одного червяка. Отлично, оп, осторожно, отлично. То есть здесь, получается, черви все делятся еще. Я просто в шоке, ребята, я просто в шоке сейчас. Какая это прикольная игра. Она очень интересная, оказывается. Так, ну хорошо, главное сейчас аккуратненько укусить этого червяка. Иди сюда, опа. Не укусили, не смогли укусить. Так, тихо, тихо, тихо. Опа! Ай-яй-яй. Блин, это так сложно кусать. Очень сложно. Так, а это что у нас такое? Ого, ребята, что это такое? Это лава какая-то. Вот это да, вот это круть. Но мне кажется, если мы туда пойдем, то мы сразу погибнем. Так что мы туда не пойдем сейчас. Ого, какой большой червяк. Давайте попробуем укусить его. Ну-ка. Кусаем и уходим. Ай-яй-яй, не получилось укусить. Давайте еще раз. Кусаем и уходим. Отлично, мы его укусили, ребята. Укусили червяка. На тебе. Ха-ха, мы его подрезали, ребята. Вот это да. Вот это круть. Смотрите. Он остался без своего братика. Вот так тебе и надо. Так. А, там опыт мой. Там опыт мой. Это мой опыт. Не трогать. Ого, какой большой червяк, он сейчас нас закрутит, мне кажется. Давайте-ка мы его еще раз укусим. Ну-ка, иди сюда, опа. Ай-яй-яй, мы снова погибли. Офигеть, вы только посмотрите на его размеры. Какой он здоровый червяк. Я думаю, это то, что не хватало играм Вормаксова, Слизарио и клонам этих игр. Потому что, когда ты кусаешь других червей, это просто какая-то круть. Ничего себе, вот это армия, ребята. Огромнейшая армия из змеек. Вот это да. Так, надо как-то ее подбить, эту армию. Ого, как же много здесь червей. Ужас, просто ужас, ребята. Давайте мы их будем подрезать всех. Так, идите сюда. Черви, 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 черви. Ничего себе. Большая семья червей. Так, опа, на тебе, чувак. Отлично. Отличненько, отличненько, отличненько. Опа, ничего себе. И смотрите, мы тоже погибли. Я играю как самый настоящий нубик. Я вообще просто пока что не понимаю геймплей весь. Но я надеюсь, что я его когда-нибудь пойму. Потому что это просто гениальная игра. Это просто шедевр. Я думаю, что многим эта игра понравится. То есть броню здесь важно собирать, потому что тебя может любой укусить, и все, и твой червяк просто распадется на два разных кусочка. А когда он распадется, второй кусок червяка займет бот, то есть он будет плохо играть за него, и таким образом враг может легко его слить. Лучше постоянно брать броню, постоянно подбирать ее. Так, осторожно, осторожно. А, иди сюда. Опа, ничего себе, вы это видели, как же я круто его слил. И мы врезались. Мы просто врезались. Главное ускоряться, но очень аккуратно. Офигеть, офигеть, ребята. И мы его слили полностью. Этот огромный клан. Так, у нас уже 70 очков. Надо идти на рекорд, ребята. Нужно идти на огромнейший рекорд. Ничего не упускаем. Все эти, весь этот опыт тоже подбираем. Главное, чтобы мы сейчас накопили как можно больше очков. И это, ребят, мой рекорд. Смотрите, какой огромный у меня червяк. У меня такого огромного червяка еще не было. Если бы я его встретил где-нибудь в реальной жизни, то я бы, не знаю, я бы испугался очень сильно. Они, кстати, тоже подбирают бонусы, это очень удобно.
Так, у нас тут, смотрите, еще какая-то семья образовалась. Как бы нам ее взять в плен? О, как же много здесь опыта! Быстрее подбираем весь опыт. Отлично, подбираем и закручиваем эту змейку. Ай-яй-яй, не получилось. Не получилось, она слишком умная. Хрум-хрум. Эти червяки делают хрум-хрум, когда кушают этих жуков. По идее, на центре просто скопление массовое должно быть червяков. Опа, еще какой-то, смотрите, клан большой. На тебе. Вот это мы его, ребят, слили. Отлично, закрутили, закрутили этих чуваков. Ха-ха. Все, им некуда деваться больше. Больше некуда деваться им. Так. А, меня подрезали, ребята, меня подрезали. Вот гады, вот какие гады, гаденыши, а. Теперь нас стало двое, видите? Так, вон эти червяки, сейчас попробуем еще раз подрезать. Надо как-то очень-очень близко. Так, опа. Ай-яй-яй, да что ж такое-то? Ну-ка, давайте еще раз попробуем. Это можно сделать, только очень аккуратно. На тебе. Вот, наконец-то, на тебе. Вот, другое дело. Сейчас мы подрежем эту армию змеек. Так, давайте здесь подрезаем. Проходим дырочки маленькие. И отлично. Кушаем червяка. Это сложно, ребята. Это очень сложно. Но у нас получалось подрезать. В принципе, неплохо. Но если подточить мои навыки, то мы можем стать самыми настоящими профессионалами. Так что, если вы хотите, чтобы я еще раз снял эту игру, то обязательно поставьте хотя бы один лайк. Так что это мой рекорд, ребята. Вот он, 264 очка. Пишите ваши рекорды в комментариях, подписывайтесь на мой канал и всем удачи, всем пока.